С холодных минус 17 в теплый комфортабельный автобус. Теперь здесь и сиденье удобное, и дети довольны. В нем стало более красочно, теплее, уютнее. Сиденья стали более мягкие. Спасибо водителям, что они нас возят. В этом автобусе теперь очень уютно, и ремни классные. Там было очень холодно в том автобусе старом. Он был ржавый, а этот он такой уютный. Старые автобусы, развозившие учеников Пестрецовской школы, были уже непригодны. Тем более зимой, ведь печка не работала. Кроме того, рассчитаны они были всего на 21 место. Чтобы доставить детей в школу, приходилось делать много рейсов. Новые два пазика вместительнее. Теперь, говорят в школе, и педагогам стало проще. Работа по составлению расписания стала легче. И все-таки у нас еще работает вторая смена в школе. И поэтому у нас и количество детей, занимающих во вторую смену, тоже уменьшилось. Всего в регион накануне Нового года поступило 24 новых школьных автобуса в рамках нацпроекта «Образование». Распределение автобусов производила специальная комиссия. Она учитывала целый перечень параметров, протяженность маршрутов, количество ребят, которые они перевозят, состояние техническое автобусов, которые сейчас уже имеются в муниципальных образованиях. Теперь в регионе 241 школьный автобус. Они перевозят свыше 7500 учеников по 461 маршруту. Никита Белохвостов и Денис Лосев. День в событиях.